Иск владельца морского старта РКК. Энергия на 11,3 миллиона рублей принят к производству. 1 марта 2019 года ТАСС иск владельца морского старта РКК. Энергия на 11,3 миллиона рублей принят к производству. Старт РН. Занет. 3СЛ с плавучего космодрома в Тихом океане. Фотография си Launch http://www.gazeta.ru Предварительное судебное заседание назначено на 9 апреля, Москва, 28 февраля. Слеж-тас-слеж. Арбитражный суд Московской области принял к производству иск компании C-7 Космические транспортные системы S-7 Space Которая владеет плавучим космодромом «Морской старт» К ракетно-космической корпорации РКК «Энергия» Соответствующее определение размещено в электронной картотеке дел в четверг. Исковое заявление ООО С-7 «Космические транспортные системы» принять к производству арбитражного суда Московской области, говорится в документе. Дата предварительного судебного заседания назначена на 9 апреля. Известно, что владелец морского старта планирует взыскать более 11,3 миллиона рублей с РКК. Причина подачи иска в определении суда не указана. Он был принят к рассмотрению во вторник. S7 Group Holding, в который входят X7 космические транспортные системы, владеет активами ракетно-космического комплекса «Морской старт», в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков, в том числе 32 успешных. Морская часть комплекса – это базирующаяся в Калифорнии плавучая пусковая платформа «Одесси» и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями. Суда базируется в штате Калифорния, США. Ракетно-космическая часть состоит из российско-украинской ракеты «Зенит-3С» или российского разгонного блока «ДМ». По планам «С-7 Space. Первый запуск по программе морского старта будет выполнен в декабре 2019 года. На 2020 год запланированы три запуска, по четыре запуска ожидаются в 2021 году и в 2022 году. В целом, S7 Space рассчитывает совершить до 70 коммерческих пусков за 15 лет. Ранее морской старт принадлежал РКК «Энергия». Право на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.